поступила женщина с преждевременными родами, родила ребеночку, оказали всю необходимую помощь, вплоть до того, что это детки будут 600-700 грамм с экстремально низкой массой, то есть меньше килограмма. Он, допустим, в течение недели-двух отлежит в детской реанимации, где ему окажут всю помощь. Потом его переведут на второй этап выхаживания, где он подрастет и выпишется уже домой в нормальном состоянии. Этот современный перинатальный центр мы ждали многие-многие годы. И он построен в рекордно короткие сроки. Это абсолютно уникальное оборудование на 200 миллионов рублей, которое закуплено здесь. Здесь будут спасать детей с любыми патологиями. Здесь сосредоточены все самые крупные профессионалы Вологодской области по приемке родов, по спасению детей. Результаты, которые мы все ждем после ввода в эксплуатацию этого нового перинатального центра, это, конечно, снижение смертности. Как детишек на 30%, так и более чем на 50% снижение смертности мамочек.